Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешечок, продолжаем пробовать проходить восьмую кошмарку. Сложновато ее проходить. Показывал и Атлант нужен, и нужны какие-то герои на домах. Ну, в общем, вариантов очень много разных. Пока пробуем найти хотя бы приблизительно состав, а там дальше уже будем пробовать на английском сервере с максимальными прокачками. Ну и также у нас сегодня будет эпический роллинг по 1500. Такс, ну поехали. Поехали, пока поунижаемся на этой кошмарке. Как обычно, я Ронин, говорю Ронина. Писали там Ронина, надо попробовать. Но Ронин не вариант. Я не знаю, он тут вряд ли затащит что-то. Хотя, надо будет посмотреть, потому как будут сносить питомцы. Возможно, и затащит. Так, давай вылазь сюда. Юнитов я не беру, потому что с юнитами это будет реально очень долго. Видите, без юнита все сливается замечательно. Фига себе, они заряжаются жестко. Так, берем огника. Давайте, давайте сюда. Сюда, сюда идите. Сюда иди. Вот вроде Минотавр, смотрите, ударил сейчас. Неплохо так ударил, но опять же убился. Надо пробовать все-таки Минотавра с новым талантом. Других вариаций я пока не вижу, потому что Асур я не убиваю. Цепляем, у меня тут доспех есть или нет? А у меня тут доспеха, кстати, и нету. На рынке продают. И тут нету. Так, арунами. Вот видите, Асур я не добиваю, получается, и он сливается на торжалке, потому что он бьет наземные цели. Да, печальненько. Давайте попробуем. Мы сейчас глянем по рунам, ну, вроде нету. Я тут его не вытаскивал. Появится в продаже, надо будет взять, либо же будем ждать английский сервер все-таки. Да, нету проклятого доспеха, печально. Надо либо так выбить, пробовать. Либо идем ролить. Потому что такой вариант, как видите, в принципе неплохой. Но он сливается очень быстро. Еще есть варик взять, попробовать седну для реса. Но тогда придется кого-то убрать. Убирать тоже как бы не особо охота. А по-другому защитить его от слива на Сори, никаких вариантов нет. Давайте. 18 коробок. Попробуем еще заходик, не получится. Попробуем поставить сену для реса, ремочную. Но опять же, это не факт. Вы просто до кого убирать. Можно, кстати, минуса с оживыми сделать. О, ну это совсем другое дело. Я читер, ребят. С вас лайки. Так. Поехали. Так, сорви я пакт. По-моему, у меня еще остались. Да, есть. Отлично. Вот такой вот вариант. Пробуем. Все то же самое. Посмотрим, будет ли он так сливаться. В принципе, не должен так быстро сливаться, но не факт, что нам хватит времени магии. Потому что там и Фрей, и прочее. Там кто-то писал Морозь Фрей. Легко, конечно, все сказать. Сейчас посмотрим, где там наши фрейки.
Так, в принципе, они все в одном месте, можно и попробовать. Так, окей, пробуем. Надо это все быстро, оперативно сделать. Так, подсветили зону. Мышник. Не успели. Заморозишь фрей, потом надо, чтобы на ком-то остальные воевали. В общем, тут надо все очень быстро делать. Так, отлично. Пока они там воюют, морозим действительно фрейю. Так, есть усиление. Ну, иди удар. Где этот удар, блин, долбанный? Ох. Наморозили, в общем, на 0%. Но как вариант, видите, можно морозить. Ну а чтоб дальше потом на ком разгоняться? Надо быстро все сделать. Это будет кинуть огника, наверное, сначала. Там уже попробовать. Ну, опять же, я всех героев не убиваю, поэтому вариант этот не особо. Сейчас посмотрим, мили мы. Сливаем. Я что-то не посмотрел на Минотавра. В принципе, Минотавр вроде получше уже стоял. Тут опять же, тут и дебафы от Анубиса ведут. Толку от Минотавра. Сути никакого. Так, отлично, включился. Ждем, выжидаем. Сейчас сольются, кидаем огника. Так, кинули огника. Морозим фрей. Но опять же, я их всех не могу заморозить. Ну, смотрите, 7%. В принципе, шанс есть, что он еще раз ударит. Если ему не поставить ремку, 9%, то он должен долбануть под бафом неплохо. Так, у нас, в принципе, такой вариант катят. 10%, я думаю, смотрите, неплохо. Но Фрейя, опять же, всех не заморожу. Поэтому... как по мне, беспонтово туда кидать, наоборот, пусть дает сюда побольше. Можно, кстати, Ронином подвигать, но надо кем-то двигать тогда этих голубей. Как вариант, как Ронина я показывал вам битву гильдий. Тоже неплохо. Но видите, Анубис, ой, говорю Анубис, самое главное, что не сливается. Возможно, и надо Анубиса с доспехом будет делать. Тоже как вариант. Ну, сейчас я гляну, у меня тут Анубис с доспехом есть или нету. Не, нет. А, не, есть. Следующий вариант у нас будет. Так. Все, все хреснули, поехали, еще заходит. Но видите, этот вариант больше всего подошел. Он не слился, это самое главное. Так, включился, отлично. Выжидаем. Сдохнет Атлант. А, я кинул там магию, блин, не там кинул магию. И не сделал то, что надо было. Короче, провтыкал я попытку эту. Но все равно 13%, ребят. Это намного лучше, чем было. Хорош. Это мне уже нравится. То есть уже часть, как бы для... Не знаю, или Минотавра мы тут пройдем. Но можно и Анубиса, наверное, все-таки проклятый доспех сюда нужен будет. Рунами это уже на английском я потестирую. После обнулы там. Вариант Минотавром уже хоть какой-то есть. Так, надо убрать с него руну. Кстати, можно пакт поставить для урона. И
бидончик его зарядит. Давайте рыльнем разок за 1500. Бум! Мега имбу выпали. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Слили. Кто там писал, тоже я читал юнитов. Зачем юниты? Запаришься ими спамить. Надо вот так вот кинуть и все. Блин, опять не туда магию выкинул. Видите, в стане простояли. Магию надо кидать на ближайшую башню в таком варианте. Так и попробуем сделать. Ну и плюс малышеники и прочая хрень. В общем, надо выработать самое главное быструю тактику, а потом уже дальше двигаться. Потому что для каждой подземки, если предыдущие подземки там было все очень просто, легко. И, конечно, не так все просто и не так все легко. В любом случае, доспех Минотавр уже лучше стоит с доспехом, чем просто он сливается, не сливается на Асуре, это главное. Соответственно, он уже может ударить. Дальше у нас вариант, как быстро разогнать это все еще. Надо будет попробовать дальше выбросить. Как видите, здесь еще одна проблема. Надо удачное расстояние еще выбрать. Для магии, для всего. Ну, и надо будет Анубиса с доспехом затестить. Так, отлично, включился. Нагоняем сюда, пусть посливаются. Так, слились. Кидаем огника сюда. Кидаем заморозочку. Щит. И начиная с Минотавра, чем подальше всех выкидываем, усиление. Так, смотрим. Ну, хлопнет или нет? Не вариант. В общем, видите, даже так, я уже магию, в принципе, плюс-минус выкидывал поинтереснее, чем предыдущий раз. Но видите, не дали нам просто ударить. А если и бьет, то бьет фигню. Это непонятно вообще. Так, ладно. В общем, такой вот тест. Возможно, что-то вы для себя увидели. Я буду дальше еще тестировать. Я надеюсь, на английском быстрее выйдет обновление. Там я уже смогу с максималками потестировать это все. Возможно, там будет попроще и получше все видно. К какому составу надо двигаться. Ну, поехали. 10 по 1500. Оу, тыква. Ведьма. Ну, укротитель такое себе. О, ничего себе, рогаточка. Смотрите, одер и этот. Вот это, ребят, вот это называется интересный роллинг. У тебя по-любому падает варджей, в принципе, тоже неплохо. Ушек. По-любому падает одна легендарка. Как бы ты хотел, не хотел. 100% Лего за клик. Командора, нифига себе. Асура, посмотрите, что делается. Так, огонь. Все, прекращаем этот движ. В принципе, офигенный роллинг, мне он нравится. Интересно, когда его добавят на остальные серверы или добавят вообще. Он тут уже третий раз. Все, пишите комменты, лайки, репостики, все как всегда. Пишите, что вы думаете по поводу подземки. Ждите стрима. Всем удачи, всем пока.